Хочу вспомнить слова известного прозаика Максима Юдина. Есть ли жизнь после свадьбы? У каждого, да, свое мнение. Кто-то скажет, да, есть. Кто-то скажет, нету. Я скажу, есть. Есть. Эта жизнь становится ярче, насыщеннее. И я хочу вам пожелать удачи, потому что без нашей жизни удача – это ну никак не прожить. А твоя, Андрей, удача – это твоя красивая принцесса Даша. У тебя теперь есть удача. Я хочу вам пожелать счастья и сказать «Горько!» Я вас очень прошу, любите друг друга, научитесь прощать друг другу, научитесь и держите все в своей семье. Любовь ладонью теплой и большой накрыла удивительную пару. И вот рука в руке, душа с душой. Теперь навеки вместе вы, Андрей и Даша. Я желаю, чтобы в вашей жизни всегда шли рядом с вами четыре святых имени. Это вера, надежда, любовь и Софья мудрость. Объявляю вас мужем и женой, и по обоюдному согласию нашей молодой семье присвоена фамилия Пыткова. Хорошей женой моей, будь хорошей хозяйкой, чтобы домой вам не просто хотелось идти, а лететь на крылья. У меня есть предложение к тебе. Ну, могла бы ты стать моей женой. Да или нет? Been around.